начиналось так. Желание человека творить для человека. Все начиналось с пари. Передать свое предприятие по производству майолики в руки рабочих. Самый древний итальянский керамический кооператив по производству и труду создавался именно так, в 1874 году. От любви человека к благосостоянию. Прогрессу, от новой идеи человеческого достоинства. Потому как благодаря идеям, благодаря любви тех, кто умеет смотреть вдаль и видеть развивающийся мир. И мы из кооператива «Черамика Димала» считаем, что идея становится идеей, когда дарит возможность жить лучше, когда искусство и промышленность вместе улавливают дух своего времени. Именно так предприятие по производству майолики, которое стало кооперативом, становится художественной керамикой, предприятием, производящим керамические плиты. Формат, цвет, декорации. Открытая лаборатория для мастеров и архитекторов. Стань универсальным и изысканным изделием. Стань кооператива «Черамика Димала». В этом наша сущность – быть самым подлинным примером Италии, нашей страны. Тело и душа истории, созданной любовью, искусством, элегантностью и сердцем, питающим технику. Большое сердце, так как бьется на нашей родной земле, в области Романья. Там, где все родилось, где живут правдивые люди – где эмоции наполняют ежедневную жизнь, так же, как и труд всей жизни. Еще большим становится чувство, когда ежедневно открываешь для себя тот факт, как наша работа улучшает проекты, мечты и жизнь многих людей. Наша работа – это исследование, экспериментирование. Это вклад сил и ресурсов в инновационные технологии, самые современные в керамической отрасли. И воплощение в жизнь – исходного материала, твердого, с высокими эксплуатационными качествами. С более четкой, яркой, энергичной цветовой гаммой и рисунками. Таким образом, когда откроете для себя нашу продукцию, вы не только откроете новое керамическое пространство, а переживете новый эстетический опыт. За этим примером стоит труд многих. Мы – команда.
Сильное, сплоченное предприятие, разделяющее одинаковые цели. Это дух, который нас воодушевляет, поддерживает нас в самые трудные моменты. Который укрепляет и приумножает. Приобретение новых компаний с созданием 4 новых лидирующих брендов, каждый в своей отрасли. La Faenza Ceramica, Imola Ceramica, Leonardo Ceramica, Clip Tile. Увеличивая из года в год нашу производственную способность и уровень экспорта продукции, преподнося миру качество наших изделий. Как же назвать все это, если не ответственность? Ответственность более красивого, гостеприимного, ценного. Одно единственное слово, в которое ежедневно вкладывается так много смысла. Особое внимание уделяется утилизации производственных отходов, реорганизации, максимальной экономии ресурсов и восстановлению энергии, максимальному уменьшению расходов. Ответственность для кооператива «Черамика Димала» — это управление «Черамика Димала». Важные глобальные решения и повседневные действия. Потому что без охраны окружающей среды, без уважения к тем, кто будет жить после нас, нет будущего. А будущее – это путь, который нужно пройти вместе, не забывая о том, кто мы и почему мы такие, какие есть. Не теряя из виду любви, дарящей человеку хорошее настроение, нашу традицию, наш инновационный дух, все то, что помогло нам достичь сегодняшнего положения. Силу, с которой сможем предугадать завтрашний день.